Пишем, я, блядь, думал, пишем. Блядь, я не думал, что мы пишем. Россия, блядь, осатанели белые медведи. Дамы и господа, леди и джентльмены, всех рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим про нестандартное вещество на этом канале. Нестандартно. Почему нестандартно? А я сейчас объясню. Да потому что я его даже не принимал. Стоп! Вы сейчас хотите выключить видео, но не выключайте видео. Потому что это как бы будет видео до. Что завтра, ребята, я иду за Велоксином. Велоксин. Сколько же о нем ходит мифов, сколько же тайн, загадок. Даже некоторые говорят, что он торч пригоден. Ну что ж, давайте разбираться. А сначала матчасть для зануд. Венлафаксин. Торговое наименование Эфес Кор, Випакс, Велоксин, Велофакс, Эфилон, Велаксор и другие. Антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина. Он используется для лечения большого депрессивного расстройства БДР, генерализированного тревожного расстройства ГТР, панического расстройства и социальной фобии, принимается перорально. Итак, основные побочные эффекты включают потерю аппетита, запор, сухость во рту, головокружение, потливость и сексуальные проблемы. К серьезным побочным эффектам относятся повышенный риск самоубийства, мания и серотониновый синдром. При прекращении приема венлафаксина может возникнуть синдром отмены антидепрессанта. Высказываются опасения, что использование на позднем этапе беременности может причинить вред ребенку. Ну, думаю, тут не очень много беременных смотрит наш канал. Все, ребят, давайте это оставим для звонков, действительно. И я вам расскажу то, что именно я знаю по и слышал, и какие слухи ходят, какие мистические, может быть, тайны ходят вокруг. Велоксин! Велоксин! Впрочем, мы здесь собрались не для того, чтобы читать какие-то лекции о велоксине или штрудить большие какие-то книги или работы ученых. Потому что вы здесь, чтобы услышать просто мое мнение. Велоксин. Значит, дело было так. Ходил я к врачу когда-то, дата не указывается, и тогда он мне не хотел никак выписывать. Просто я вот прихожу, например, просто к врачу. Говорю, у меня депрессия, доктор, мне с кровати не встать. Я говорю, мне с кровати не встать. Не то, что там, магазин заведет. Мне с кровати не встать. Мне просто хочется спать все время. Доктор, что такое? А он говорит... Не-не-не, флуоксетин. Дай боже, он мне помогает, вы знаете это, ребята, что я на флуоксетине, и он мне очень сильно помогает. Да, но я ему говорю, доктор, слушайте, а давайте велоксин, ну давайте же, он же такой новый, прогрессивный, современный, давайте. А он мне отвечает, значит, что... у вас недостаточно депрессии. Недостаточно, мало у меня депрессии, чтобы пить велоксин. Окей.
Окей, говорит доктор. Говорит, доктор, док, док. Ты типа тут рулишь, тебя тут поставили. Окей. Кстати, если вы не знали, в вашем, если вы где-то, вдруг, я рассказываю вам истории из прошлого. А подумайте, что сейчас. Ребята, если вы где-то в ПНД закреплены, и у вас врач, и вы ходите в ПНД, вы имеете полное право поменять лечащего врача. Если он полный, уебан, вы имеете это право, и вы его получите. Потому что я сказал, потому что мы сказали, потому что нас уже много, потому что невозможно молчать. Фармацевтика просто идет ко дну в этой стране. Ребята, просто мне хочется кричать, я не знаю, подписывайтесь на канал, серьезно. Смотрите старые ролики, их уже очень много. Смотрите какой-то выпуск, вот тут будет все видно. Откровенно от этого всего пригорает. Но я вам хочу сказать, что про венлоксин. Венлоксин. Я слышал про него такое. Значит, кто-то говорил, что это самый лучший и прогрессивный на данный момент разработанный новый молодежный антидепрессант. Ну, короче, самый-самый-самый. Он относится как бы к медленным антидепрессантам. Например, флуоксетин, он как бы разгоняет. И ты начинаешь двигаться, и тебе начинается деятельность. А он относится как бы к таким, замедляющим. То есть, как бы, поспать, прилечь, так-так. Ну, такое вот. Поспать, прилечь там. Ну и, короче, вот. Ходят слухи о том, что он по формуле-то своей очень похож на трамадол. А это, извините меня, опиоид наркотический. Наркотический опиоид трамадол. Очень сильно на него, говорят, похож эффект. Я не знаю. Давайте проверим. Я обязательно сниму вторую часть этого видео, чтобы вы знали, как на меня подействовал данный препарат и что же все-таки в итоге случилось со мной, как вообще я его ощущаю, потому что я перепробовал 1000 препаратов. Смотрите плейлист, здесь очень много всего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, например, что же будет, какая же интрига, я завтра иду к врачу, а он там, что там будет, как Махач, Махач. Интеллектуальные войны, только такие войны сейчас актуальны. Но они очень не нравятся людям в белых халатах, потому что когда ты начинаешь, не корчись, умника. Ага. Короче, ребят, белые халаты, конец, потому что не все. Тетюшки, вот, врач, вот такой. А некоторые, просто непрофпригодны. Ребята, подписывайтесь на канал, заказывайте мерч. У нас есть мерч, футболки, толстовки, рубашки с нашим логотипом. Можете перейти вниз, мне помочь чуть-чуть денежкой на Киви, на Сбербанк. А также напоминаю вам, что мы собираем 1000 подписчиков. Мы собираем 1000, чтобы я вам рассказал свою непростую историю. И вы это знаете. Вы знаете, что тут что-то есть. И оно там сидит. И сильное, блядь, такое. Сильное! Поэтому 1000 подписчиков. И будет вам история про меня. А пока, ребята, не болейте. Все, ребята.